우크라이나에 대한 러시아의 침공 이후 지난 2월부터 전 세계는 러시아에 수많은 제재와 제한을 가하고 있습니다. 세계 각국의 대기업이 러시아에서 연이어 철수하면서 이제는 최악의 경제 위기가 시민들의 일상생활까지 타격을 주는 상황입니다. 시민들의 어려운 생활로 인해 러시아에서 알리아를 신청하는 유대인의 수가 급격히 증가하고 있는데요. 지난 2년간 매년 러시아에서는 약 7천 명의 유대인이 알리아한 반면 2022년 올해에는 전년도 대비 599%가 증가된 수치입니다. 지금은 말했다. 네, 3월 7일 날. 아, 그런데 어디서 오신 거예요? 아트보다 보이프리 역할이 있어요. 모스크바? 모스크바에서. 그러면 우크라이나가 전쟁인데 왜 모스크바에서 오셨어요? 아, это же война между Россией и Украиной. Да, мы были против этой войны. Мы понимали, что и наше экономическое положение ухудшится, и политическое тоже. Значит, в России уже нет свободы слова, нет... Поэтому мы и приехали. 그러면 유대인이십니까? Тогда вы еврей? Да. Да, 그러셨군요. Спасибо вам большое, спасибо за подарки, которые вы нам предоставили. Они действительно нам очень нужны, потому что мы приехали вот действительно с двумя чемоданами и больше ничего. Мы действительно чувствуем, что это помогает нам, это очень благодарны. Мы сейчас две, кабанг две сегодня. А, 언제? 언제 오셨나요? Мы приехали 8 марта. 3월 8일 날. 아, 그러셨구나. 러시아에서 오셨어요? Мы приехали из России. Мы приехали из России, да. 아, 저희가 생각하기에는 우크라이나 사람이 많이 올 텐데 러시아에서도 오셨군요. Мы думали, что все будут люди, которые приехали из Украины. Нет. Как вы? Мы тоже приехали из-за войны. Это чонжэнг нанминимдэйо. То есть из-за того, что все это началось, и в России... соответственно, как бы очень много репрессий сейчас. То есть любая негативная точка зрения, любая обратная точка зрения, люди, которые говорят, что война – это плохо, сейчас это предатели, и если ты идешь на митинг, второй раз идешь на митинг, то... Да, сейчас в России очень много уважений дают. Много людей, которые говорят, что война – это плохо, 15 лет, то есть в камере, то сейчас ситуация очень плохая. Shalom, Pastor Park, and shalom, my friends in Rhino TV. I heard that you decided to help many, many Russian Jews to come back from Russia and make Aliyah in Israel. This is very, very important project. There are many, many Jews in Russia that are suffering from the situation there, which is very difficult. And they want to come back home and make Aliyah. And because of you, we are able to do it. So thank you for this decision. And I hope that we will be able to bring more and more Jews from Russia to Israel. Thank you for your help.